Всем привет! Сегодня мы приготовим сочные котлеты с овощным соусом. Итак, поехали! Добыли огонь и сразу ставим сковороду. Уже берем фарш, добавляем приправок и сольки. И все это перемешиваем. После того, как вымешали, делаем котлетки. У меня тут примерно 300 грамм фарша, это получится 4 котлетки. И делаем с них шарики. Вот такие получаются. В сковороду добавляем масло. Чуть-чуть. Ждем буквально 20 секунд, чтобы оно прогрелось. Берем наши шарики, выкладываем на сковороду. И делаем из них котлетки, вот так, прижимая лопаткой. Вот у нас получилась котлетка. Обжариваем с двух сторон буквально по 2 минуты. А пока жарятся наши котлетки, нарежем овощи. Лук. Его нарезаем полукольцами. Итак, прошло 2 минуты. Переворачиваем наши котлетки. Порезали. И еще на 2 минуты. После того, как нарезали лук, нарезаем помидорки. И перец. Две минуты прошло, снимаем наши котлетки. Сюда же отправляем сразу наш лучок. И добавим немножко сливочного масла. Опять же, обжарили буквально 2 минутки, отправляем наши овощи. Добавим немножко приправок. И чуть-чуть домашнего кетчупа. И опять же обжариваем это примерно около 2 минут. Перемешиваем и отправляем сюда котлетки. И к ним же добавляем сыр. Все это дело закрываем крышкой и оставляем на минут 10 на мелком огне. Прошло 10 минут, наши котлетки в овощном соусе готовы. Такие котлетки хорошо можно подать с гречкой, с макарошками, да в принципе с любым гарниром. Можно даже и просто с хлебушком. Будем пробовать. У нас получилось, как обычно, легко, вкусно и быстро. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!